Доброе утро. У меня сегодня утренняя смена. У нас тут не пойми, что какая свистопляска творится. Ночью проснулась где-то в час. Конечно, уснуть уже не смогла, но я не об этом. Проснулась, посмотрела на температуру. Было плюс 10. Плюс 10 градусов в январе. Ну, это крайне редко бывает. В общем, короче, к нам пришла в гости, как они ее называют, Гида к нам пришла в гости. Гида — это у нас... Ух ты, Летишкин, Дрэн. Ой, ой, ой. Ух, Оксана. Ух, дух. Вот это, блин, Гида. Здравствуй, Гида. Твою за ногу. Капец. Ой, у меня аж этот самый отстегнулся ремень. Это капец какой-то. Так, вроде держит. Ой, так, ну что, попробуем потормозить. Может, тормозиться на дороге. Хреново, но тормозится. Ой. В общем, здравствуй, Гида. Вот такая. Короче, ночью было. Или да, и сейчас ночь. Сколько там? В час ночи было плюс 10. Сейчас около 7 градусов. Тепла. 7 градусов тепла. Кстати, старый Новый год. Поздравляю. Второй раз поздравляю со старым Новым годом. Желаю, чтобы было хорошее у вас настроение, погода, чтобы не было вот таких аномальных радостей, как у нас сегодня. С Новым годом! Так, больше ничего снимать не буду, потому что надо смотреть на этот, на дорогу. Не помню, я отвлеклась на дорогу. В общем, Гида — это ураган с женским именем. Вот, поэтому восточная, не восточная, получается, западная часть начала подтапливать. Но у нас пока только этот самый потепление. Ну и ветер, конечно. Ветер и потепление. Сегодня хочу паркануться с противоположной стороны этого самого. Потому что сейчас такая скользота, я просто не доползу с этого самого. А сегодня должны еще привезти эти самые продукты питания. Поэтому надо машину ставить еще дальше. Так что я лучше здесь по стеночке и доползу. Снег упал, вроде бы нормально. Можно поближе подъехать, а то он когда падает, может на капот шваркнуться. Вот оно счастье, примостить попу на сиденье. Ку-ку, это я. Выползла с работы. Чуть живая. Проснулась в час ночи. Все снимала, что плюс 10 на улице. Зараза, потом так и не смогла уснуть. Я уже, у меня это самое сейчас уже. 12.20 или 12, даже больше, не знаю. А, нет, 12.30. Так, а куда я очки делаю? А вот, можно сказать, что я практически 12 часов на ногах. Ну, понятно, что не конкретно на ногах, но бодрствую. Вот. Сейчас заеду в аптеку. По идее, должны уже этот рецепт должен прийти для моих ушастых
акробатов. У меня сегодня это самое, и смех, и слезы, значит. Встала, значит, а тут один покушать, потом второй покушать. Потом, значит, я посмотрела на градусник, плюс 10. Думаю, боже мой, надо же это самое, это заснять, это уже, как говорится, блогерство, блин, в крови. Я, значит, за телефоном в спальню, вниз в зал, потом, значит, это самое, и коты за мной, вверх, за мной, вниз, и куда, и туда, и сюда. В конечном итоге это самое, я уже присела на кресло, не на кресло, там на бортик дивана, и эти две морды, один заскочил на стол, второй заскочил на стол, и смотрит, что ты делаешь, что ты делаешь? В общем, балдею я от этих товарищей. В общем, все, купила своим пупсикам таблетки. Так сказать. О. Один. Ну, это не таблетки, это такие капли, которые в холку втираются. Вот. Так что тюфсика я обработала. Сейчас приеду, устрою акцию. Как это называется? Сейчас вспомню, скажу. Акцию экзорцизма над фоксиком. И завалюсь спать. Ой. Потому что лучше обоих про-про-про. Почистить, а потом уже ждать, что там, чего и как будет. Ну, вроде аппетит потихонечку у тюфсика поправился. Это хорошо. Забыла, я же еще хлеб купила. Спельта. Если по-русски, то она тоже используется как спельта или полба. Вот такие вот дела. Так что что-то мне... было не хотелось, вернее, я думала, что я все-таки сделаю хлеб, но что-то у меня сил нету. Мы пойдем другим путем, заодно немножко передохну от вкуса собственного хлеба, потому что уже, наверное, года третий год подряд на этом хлебе. Ну давай уже, если так спешишь, то, господи, вот мужики всегда спешат. Спешит прям. Ну ты ж так спешил, что теперь остановился. Самое главное, что солнышко радует. О, вот он аж куда улетело. Ух ты. Сейчас. Сегодня начальник жаловался. Говорит, не могу найти один плакат с пиццей. А я как раз выезжаю из магазина и думаю, подождите, это что-то такое желтое знакомое. Оно уже долетело, он практически... Не знаю, полкилометра, наверное. Так, что ж я все себя прищепляю-то? Вот так что сейчас вернусь. Отвезу назад этот плакат. Он такой, правда, замызганный. Ничего, помоют. Вот он. Замухрышканный. Лучше. Ну что, как говорится, не расстанусь с комсомолом. Буду вечно молодым. Так и я с работы никак не расстанусь. Казалось бы, ну, едь домой. Ксюша. Ой. Правильно еще что-то прицепила.
Вот что значит не спать нормально. Все, меня куда-то на подвиги. Все меня на подвиги куда-то подвигает. О, собирают снежок. Немножечко разгрейдят. Вон так, правильно. Тут не столько снег, сколько такой уже смёрзшийся. Смёрзшийся. Так, ты у нас куда-нибудь поворачивать будешь или... Или я тебя обгоню? Слушайте, как вовремя-то это самое я выхватила. РЗТ не увидела твою дивизию. Как вовремя я увидела наш плакат и практически в последнюю секунду увидела кусок снега. Так. Домой спать. Немножко солнышко для поднятия боевого духа. Все время бегут водопадики, большие, маленькие. Вон. Красота какая. Вон. Просто фантастическая красота. Здесь маленький такой водопад. Сидит делегация встречающая. Да, ты мой золотой кот. Что там у нас еще и Фоксик вышел, да? Не знаю, видно ли. Да, вот такой встречальщик. Чего ты скандалишь? Чего ты скандалишь, друг мой? Привет. Да. Что? Скользко, мокро? Мяу. Красавчик. Ты моя, ты пушистая зазноба. О, еще один вышел. Делегация в полном составе. Да, мой золотой. Ты самый настоящий золотой кот. А тёсик у нас брульянтовый. Правильно, правильно. Молодец. Лучше здесь по это самое. Коготочки почистить, чем дома об диван. Мяу. Ой, рыжий котик какой. Привет. Привет. Дай тебя поглажу. Дай. Вот такой. У нас тут такая скользота. Сейчас пойду по снегу пробираться. С одной стороны, очень хочется на солнышке посидеть. А с другой стороны, спать хочется. О, ночь была бурной. Ветер все раз это самое. Развалил опять. Так, надо как-то это все это дело... положить. Да, Фоксик? Вот так молодец. Чё ты травку кушаешь? Правильно, кушай.